Ой, блядь, их еще и двое. А, ты че, серьезно? Сука! Живи. А, он походу АФК. Не убегай, стой. Лучше умри. Какая разница, ты умрешь, у тебя ни брони, ничего нет. Лучше останься на бомбе всегда. Не, в любом случае, чё в прошлом? Ну прикинь, у него киты были, ты начал бы убегать, если бы я тебе не сказал, он бы спрыгнул, раздефал. Потому что ты бы не услышал, как он спрыгнул по не, этой... Это да, это безусловно. По наклону. Поэтому если у тебя просто пистолет, ни брони, ничего, уж всегда умри. Ты понял почему? Потому что это в статистику не записывается, блядь. Смерть от бога. Да? Я не знал даже. Я над смертей. Да, кстати. Интересно. Раньше же писалось. Че, а почему? Зачем так делать? Нет. ПСК не писалось. Не писалось? Даже в 1.6? Нет. В 1.6 писалось. В Source писалось. А, в Source в ранних версиях писалось, потом перестали. Слушай, я даже не знал. Ну, я даже не смотрел на эту цифру. Никогда, видимо. Так в Call of Duty убрали сейчас смерти, да? С таба. Слушай, не знаю, там режимы же все такое. Может, в зависимости от режима. Не, я имею в виду, что в табе они не отмечаются вообще теперь, там только КД. Не помню. С 19-й так сделали. Чтобы я игрокам думаю, было не так обидно играть. Так. А? Чё? Чтобы игрокам было не так обидно. Эй. А чё обидного-то? Видишь, обижаются игроки, когда их все убивают, когда они не могут никого убить и смотрят потом на свою статистику. Так может быть тогда пойдут пусть в другую игру? Да. Подстрайк. Нет, это в Майнкрафт. Там тоже могут убить. И там пишется количество смертей. Да. Так, ну где не пишется? Где не пишется? РПГ, наверное, какая-нибудь? Dark Souls. Dark Souls, ну блин. А чё, хорошая мысль, мне нравится. О, блин, как он меня зажал, блин. Двое, блин. Прячься. Уже близко. Давай. Хорошо, Вай. Возьми калаш впереди. Взяли, а, забрали. Взяли. Я сейчас скину тебе. Нет, это говно. А, нет. Нет, я с этим говном. У них сейчас просто эко. Надо было мне говно. И себе говно. И деньги без сохранения. Всем говно. Да. В Японии, кстати, символ золотого говна означает пожелание удачи. Один в дверях, убили дверь. Получится, нет, как в прошлый раз. Давай попробуем. А там, скорее снизу, снизу. Либо уже. Вот здесь.
Блин, спалился. Да ничего, ничего. Залезет все-таки. Вот он. Да. Капец, я первый вылетел, в итоге даже никого не попал. Я тебе скину пушку. О, все. Да. То он так жадно смотрел на нее, я думаю. Нет. Let's go, let's go! Не в этот раз. Я бы рашил вот в этом раунде. Один обходит нас. Надо идти. Ходит один у нас здесь, кажется. Сволку. Ладби. Ладно. У нас показалось. Да ладно. Молодец. Бомба под тебя. Молодец, Серега. Еще троих убить. Ё-моё, я еще чуть не умер. Че, никому дроп не надо. Дымануть вдаль. Посмотри, что там есть, нет? Есть? Все, не смотри. Да блять. Да. Серьезно. Вот здесь он был. Минус 8. Ладно. Он резиновый. Это одного. Никогда не перезаряжай дудку, пока не уверен в безопасности периметра. Да, я помню, очень долго тебе об этом говорил. Не, ну. Ты тоже так хотел делать. Убил одного с P90, у тебя осталось 40 патронов, ты такой, дай-ка перезаряжу. Да-да-да. А чего нет? Когда забегаю на фон. Ого. Да-да-да, там враг есть. Понятно, сняли. Дверь открылась. Кто? Наш? Понятно. Все, пизда всем. Серега, ты че? Ты же смотришь за игрой.
Я просто не попадаю в них. Я начинаю стрелять и не могу законтролить. Почему не попадаю? Вопросов нет. Все, 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 вопросов нет. Почему ты не попадаешь? Это пиздец, я не знаю. Потому что не могу законтролить разброс. Я начинаю стрелять, и у меня все в разные стороны. Тебя расстроил синий из прошлой игры, в чем дело? Я уже забыл про это. Я знаю. Дверь открылась у меня. Опять я сейчас зажал в типа и все 30, чтобы убить его. Надо постоять, пострелять на месте. Hey, Green. Wanna swap? Мне еще в ДНС надо съездить, у меня девайсы приклеить. Вот на них-то начну играть. Кого, их убил, блядь. Чё долго. А, они в одном клане. Они в одном клане, и при этом кто-то сказал чего, блядь? Да, походу. Но хотя он по-турецки что-то там писал. Интересно. Может там это что-то было, то есть, может это было что-то турецкое типа хуйняо. Да, 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 да. Синема хуйняо. Будет сюда. Да, бейбус. Блять, пацан, в спину мне стреляй, давай полностью. Это один раз в ногу попал, чё ты, блин? А ты сможешь полностью? Полностью не смогу. Так, вот тело. А, кто идет, да? Ну я не попадаю в него. Я тоже не попадаю. Блин. Рипс. 6. Их двое. У одного 50. Прыгнет. Красавчик. Он не прыгнул. Как мне, блядь, не повезло и повезло одновременно. Повезло, что не дебил, и не повезло, что я не успел дойти до угла. Угу. Нормально. Я думал, мне конец. Угу. Go, go, go. Я на улицу задымлю проход, дик, может быть. И может быть. Это лишнее было. Один на улице. На красном контейнере, он ушел. Непонятно. Ты мне по голове дал. На Б бегут, звук Б. Их двое. По
поднимется. Нет, сука. Блять, а у него галил. Вот что это за звуки. Я понял. Это звуки стекла, оказывается. Да, я вообще не понимаю, ну раз откуда там кто-то что топает, где. На этом нюке. Тут надо иметь, во-первых, наушники хорошие, во-вторых, полностью знать звуки карты. Ну теперь мы знаем, вот это звуки стекла были. Все, понятно теперь. Это звуки вот этой металлической парапетины были, по которой. Ну, да? Наверное, да, но там тоже. В лицо ушел. А нас обойдут таким способом? Нет. Теперь мол. Я бы обошел. Раз. Ну, здесь никто не проходил. Поэтому нет, вас никто не может быть. У меня тот же сам. Пять патронов. Он один, да? Он двое. Вижу. Двое. Ясно. Убей справа. Надо было 50. Сразу делать, пока они не перегруппировались. 53. Да, надо было на ноже сразу бежать. Блин, чё льёмся-то? Надо хоть одну взять, две лучше. У меня эко. Эко-флешка. Флэшбэк. Флэшбэк. Хорошо кинул. Энеми рай. Сука, второго. Они на геймпадах играют у нас. Точно тебе говорю. Не хочет спускаться. Стоял до того, контроля у меня, блядь. Он что-то знает. Так. 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 Я вот так попробую. Иду на улицу, встану. Давай, я тоже только пройду близко сюда. Специально топы, топы. Топы, топы. Никого, никого. Okay. Еще, еще есть. Кто-то топнул. Рядом со мной. Где-то там. Ладно, смотри. Дверь открылась у нас. У нас дверь открылась, осторожно.
наверное. Ну, да. Насколько он ранен? Он на 50. 44. Думал, ранен КП на 30, тем более я все в пацан. Пиздец, меня подъебало сейчас эта перезарядка на 5 патронах. Это такой гон! Ага, 5 пуль, добро пожаловать. Возможно. Welcome to the club. Deploying flashbang. Ты понял. Flashbang. Над головой дал. 2 рам, 3 рам. Перед дверью. Закрывай. Там нормально. Я эмпу. Начинается, когда у них начинается паника. Ты такие вещи можно увидеть, когда ты зажимаешь. Когда он ставит, ну, вообще писец паник. Fire in the hole. Throwing flashbang. Molotov. Throwing fire. Grenade out. Throwing smoke. Я смотрел на карту и не понимал, кто где у нас находится. Хава еще. Гранаты, главное. То есть... Кинул гранаты, потом будешь... Ты понимаешь, их четверо. Ты вот, чтоб понимал, что их четверо. Серега, их четверо. И че, проперся, бегает и убивает. Go, go, go. Он не просто проперся. Throwing fire. Fire in the hole. На улице. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Laying down smoke. Hey. One more. Дверь, кажется. Flashbang. Throwing flashbang. Так это не вовремя. Пойдем. Где? Дверь? Один слева, один справа, один в планте. Сейф. Какой сейф последний раунд? А. Слева и справа вышли. Эпично. Так и сейф. В принципе, надо было развернуться на ноже, подняться наверх. И может быть с плетки. Не успел. Я... Да, не успел. Ну ладно. Чел, да, 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 конечно. Так, так хорошо стреляет этот ретейк авокадо. Да, да. Нет.
просто у нас такие, такое мясо, я понял. Просто у нас такое мясо. Стреляет вообще. Убирай нюк. Он когда со мной сколько раз меня убивал, я просто в него зажать не могу в то время. Не, мне в этот ТНС нахуй.